Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проводить Europa Dance World and South Never Seen. Так, у нас пятая глава, мы продолжаем дальше проходить. Это предпоследняя глава, потому что последняя у нас вот в тумане там. Вот там вот. Куда я зашел? А, я в рыбалку зашел. Ладно, Дейв. Давайте посмотрим, что за Дейв. Если здесь одна битва, то я мог... Да, я мог сюда исходить. Мясник! Ладно. А, она тебя типа не сработала? Я тебя понял, приятель. Бац, 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 бац. Найди новый враг. Так, колечко. Камень поглощения. Похищение здоровья при суперкритических атаках. В натуроде говорят... Да, я понял. Тихие стражи. Сколько здесь будет? Да, я мог все-таки все туда закинуть. Он сам еще себя сейчас будет бить. А нет. Бум. Контратака. Бум, контратака. Контратака. Бац, 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 бац. Да, я все-таки мог на этом и закончить. В принципе, потратил какие-то 2 минуты. А, тут еще испытуемые. А, чокнутая ведьма. Она хочет запечатать нашу магию. Вперед, уходим. Блин, он баф мне все равно накинул. Да, очень порезал. Ну, в 50% он мне порезал. Это елки-палки. Надо этот гриб лучше сейчас убить. Мне еще и баф накинули. Ладно, плевать. Ой, сколько ж этих бафов налетает. И главное, что еще так херовина хилится. Плевать.
Не помогает. И не помогает мне это ничего. Ладно, я добью сначала его. Потом всех его друзей. Я ж увернулся. Ладно. У меня перчатки. Ну, колечко. А подожди, это только... А, нет, это финальная битва. Три ляма. Просто урон 3 ляма. Так, это один рубин, да? Да, это один рубин мне дали. Окей. Это еще раз вот эта битва и здесь. Архидухи душ. Поехали. Не, на самом деле сейчас все довольно сложно. Так. Ваше путешествие закончено. Мы не позволим ее беспокоить. Ступайте обратно в свою деревню. Ладно. Еще поджарили. Зря я активки прожимаю. Ё-моё. Не страшно. Убиваю его за это время. Так, тебя надо избить. А, так ты тоже бафер. Понятно, приятель. На самом деле ему очень будет обидно, потому что я могу отхилиться на очень много хп. Ну, он, допустим, на 3 ляма, да, отхиливается. Ну, я где-то примерно настолько же отхиливаюсь. Плюс у меня еще зелье есть, которое я вообще не активирую. Не, все-таки да, это еще долго была битва. Но у меня есть на удочку, поэтому, ребят, мы скоро пойдем рыбачить. У меня уже есть на удочку, если бы точнее. Так, ведьма. Так, одеваемся все, что мне дали. И готовимся. Потому что, я думаю, сейчас будет жарко. Сколько?
Если одна, то это изи, сразу даю ей стан, и мы кидаю все бафы, что у меня есть. Уху-ху, туда еще дойти надо. Хорошо. Что я сделал? Так, плевать. Пускай хилит себя, сейчас еще отравление ему дам. Меня кто же живет? Жалко, что я пенька отхилить не могу. Я бы отхилил. Хотя мог бы ему этот сделать. А, не добили. Отхилиться, ладно. Ладно, я понял. Сильно. Хилку придержу. Элайн, проклятие. Как тебе удалось обойти мою защиту? Ладно, нет времени болтать, надо закончить заклинание печати, не то. Ага, понятно, ты ее новая игрушка. Вот зараза мелкая. Она не заберет Венди. С дороги, клоун. Так, у меня осталось только этот. Ну да, если смотреть, сколько у нее хпшки. Надо стан сразу прожимать. Хилится, зараза ж. Ну, я не сказал бы, что битва такая уж сильная.
Но битва довольно долгая, я вам скажу. Да ладно. И дело в том, что это не финальная битва, вы понимаете? Стой! О нет, 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 нет! Ты снял мое заклинание, глупец! Все старания! Мне почти удалось навсегда запечатать ее силы. А ради чего? Надо понимать, что спасти Венди? Вот может забираешь эту дуру Венди. Ты понимаешь, что она могла уничтожить весь континент по собственному капризу? И теперь, когда мое заклинание печати снято, ее силу уже никак не сдержать. Давай, справляйся с ней самостоятельно. Рели. Кольцо Элайн. Минус 2 хода на восстановление огненного шара. Молния. Ну, мы не через магию играем, поэтому фиг его знает. Венди. Старая кукла. Жизнь ее была нелегка. Что с ним стало? Глава 6. Но он стал бездыханным. Это я сразу вижу. О, у меня уже 2 года в игре. Так, ну здесь никого, да, не было? Фиг его знает. Рады тому, что вы здесь, Шимики. Я рад. Я рад, что я здесь один. Я никому ничего не должен. Делаю только то, что хочу. Никто не судит, никто не высмеивает, никто не злословит. Есть только я, молот, наковальня и моя работа. Когда мне грустно, я вспоминаю об этом. Так, давайте сразу на рынке рыб для рыбалки куплю. Духовный жезл. Высокая дальность, очень прочный. Кольцо амбиций. Используют архидухами для исцеления заклинаний. Ну, мне... Ну, это ладно, возьму. Возьмем, возьмем. Что еще там нового появилось? Кольца. Кольца, колечки. О, вы в кора профили выйдов ведьму, да? Мои вторые друзья в академии не поверят. Все, эта компания... Не напрасно. Я так горд тем, что фигурирую в файне истории. Так интересно. Мало денег даете уже. Так, ладно, сюда ничего не буду закидывать. Я улучшу... О, подожди. Пока я не начал улучшать лагерь. Кузница. Страж. Давайте, наверное, героя, да, сделаю.
Так, и как раз по достижениям, что у меня. Еще тут где-то три призрака. Питомцев еще мне нужно будет прокачивать. Что, цветочек давайте тогда забабахаем. У меня этих до хера. Поэтому я скупить могу все. Я не знаю, зачем я их столько вообще собрал. Билетики. У меня уже просто 7, понимаете? Ох, сколько дали мне. Ту-т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 у, сразу все в урон. Больше урона, это очень хорошо. Окей, погнали в магазин. Так, кольцо амбиции, кольцо стойкости. Это кольцо улучшает вашу защиту. Если хотите стать сильнее, это кольцо точно нужно. Кольцо беспечности. Обучение. Все. Все, ребята. 36-й это максимальный для арены. Тогда идем улучшать дом. Все, дом тоже построен. Только для чего я его строил? У нас остается еще два. Он странный, он типа полуживой, полумертвый. Он как марионетка. Ага, вся правда о пальцах. Том 3. Кольцо без... Так, камень стойкости. Ну, в принципе, колечко бы купить. Ай, бля. Кто знает... Мне это надо. Ладно, давайте я до конца докормлю. Типа я уже все улучшил, что можно. Мы можем еще потом в следующей серии сходить порыбачить. Но здесь много всего валяется. Хорошо, что он не пропадает. Было бы обидно.
Вы понимаете, это все клеверы я нафармил чисто в этом. На тренировке. И я плюс еще теперь два клевера специальных улучшил. Теперь у меня улучшены клеверы. Теперь я за вот этот опыт получаю по сколько там? В 7 раз. Я теперь даже буду намного быстрее все прокачивать. О, мне там еще клеверы дают. Сейчас морка. Ну что, готовы? 3-1. 49-й. 59-й, ну, в принципе, не так уж много дали. В принципе, я на самом деле ждал большего. Ну, по идее, это последняя валюта, рубин. Ну, блин, мне бы хотя бы, знаете... Для прокачки этого... Как он называется... Восстановление лука прокачать, что ли? На колечко. Что за кольцо там предлагают мне? Вот это что за кольцо? Я могу пенька прокачать. Как вариант. А, все, максимальный пень. Нормально. Я могу приручать животных. А, давайте я точно оружие себе куплю героя. Герой. Уникальная броня, созданная из редчайшего металла. Вы купили мое первое изделие, вырезанного из обычного дерева. Вы купили мое последнее изделие, выкованное из редчайшего металла. В моем родном городе у меня никто ничего не покупал. Вы покупали все, что я делал. Спасибо вам, Шимки. И по идее, тут должно быть достижение мне, да? Где еще потерял призраков? Вопрос. Ты мне ничего не хочешь сказать? То, что я улучшил твою баррикаду. Не? Ну ладно. А что улучшать здесь? Уже все улучшено. Дом у меня построен. Я могу, в принципе, сходить попытаться питомцев половить. По идее, тут все будут питомцы мои. Да... Пойти нанять кого-то. Ну, фиг знает. Эй, вы ведь тот бедолага, который на днях чуть не погиб от моей руки. Кстати, как вас зовут? Шимики. Я никогда не привыкну к вашим дрянному именам. Почему они дрянные? Почему я могу только одного нанять? Ладненько, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Я... Хотя, может быть, у нас сейчас такой будет урон значительный. Мы быстренько пройдем. Давайте хоть первую. Настойный уход. Следующая серия у нас будет, ребята, это рыбалочка.
рыбалочка, рыбалочка, рыбалочка. Маленькие паразитки, совсем с ума сошла. Она с катушек съехала. Надеюсь, Элайн скоро закончит заклинание. Погоди-ка, что? Тебе удалось преодолеть заклинание Элайн? Тупица! Бам. Ну, в принципе, сложности у меня вообще не возникали. Поэтому я не думаю, что и здесь у меня будут сложности, если я буду постоянно нанимать себе помощников. Как-то так. Вот медленно то, что они атакуют еще моих помощников. Я думаю, лучше сразу его глушануть, чтобы быстрее все было. А где мои использующие способности? То, что они... А, вот они. То, что я смотрю, они в откат ушли. Думаю, странно. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.